Вдвоем. Вдвоем. И другие там на точке Б, которые сказали, не приходи к нам никто. По-твоему, это было типа ненормально и было нелогично, да? Да, ну успокойся, это игра. На вторую точку оставить этого чувака одного. Ну кто знает, нормально он играет или нет. Ну потому что нажми тап, и там увидишь топ 125. Ну, Battlefront. Так, оружие, фонарик. А чё, фонарик? Да, у меня появился фонарик и сниженная отдача. Фонарик? Да, называется фонарь. Ствольный источник освещения, обнаруживающий врагов при прицеливании. Ой, наконец, господи Иисус. Epic Games, лучший лаунчер. Так это же Origin. Epic Games подключает Origin, чтобы... Да, но это все равно лучший лаунчер, потому что... Ну ладно, я накупил кучу игр в этом говне, но все равно лучший лаунчер. Снижение урона открыт. Как бы был бы постоянный купон на 650 рублей, я бы, блядь, только в эпиках жил. Ну запустись ты, козел, пожалуйста. Спэнкс. Да прибудет с тобой сила, юный падаван. Вести. Улучшение урона. Время авторемонта. Ната, что делаешь во вторник? Ничего. Что делаешь в понедельник? Сдаю экзамен. Ясно, удачи. Ну, типа, вроде после 12 должна все хорошо сдать. А что ты хочешь? Неуверенная должна. Не знаю, можно пойти в We Were Here. Как там, ту? We Were Here Together. Together. Вторая часть. Да. Так. Я не помню, как третья называется. We Were Here. Нет, вторая вроде We Were Here Too называется. Нет, We Were Here Together. Разве? Together — это вторая именно. Первая — это просто. Да, но первым мы играли, да. Вот. Первый хватчик, бомбар, мать его, дировщик, диверсант. А, ну, наверное, да. Длительность обнаружения. Все, все зашли, все готовы. Я пока лучше... Я загружаюсь. Ту-ту-ту-тум-тум, ту-ту-тум. Так, потом... Сейчас меня подключат еще к этому. Так, олимпийские зарядки. Так. К сожалению, учетная запись не поддерживает игру по сети. Вот как это вообще работает? Ну, типа, ты зашел в Epic Games, ты зашел в Origin, но игра такая, нет. Ты чё? Соединение с серверами я теперь потерян. Что? Как это работает? Это из-за этого вы час 30 не играли? В смысле? Не, я звучала. Мы звучали, точнее. Чё звучили? Сначала какой-то... Какой там, армянский или какой? Армянский. Армянский сериал? За деньги хотя бы? Да, за деньги. Как вам армянский язык? Пригласите меня. Я работаю с армянином, он периодически по телефону базарит со своими армянами на армянском. Я привык. Ну мы сильно орали на самом деле, потому что там название сериала вообще просто урно, и у нас сразу карманы. Я не знал, что у нас кто-то переводит армянские сериалы на русский. Ну вот, есть такой чувак прикольный. Ёбнутый. Да ладно, он за это деньги. 17 тысяч подписчиков у них в группе. А называется, короче, сериал «Ахтамар». Ахтамар. Дай мне Ахтамар. Новый. Я новый Ахтамар. Пригласите меня, пожалуйста. Еще раз. А. Вспомнил. Над. Кто может пригласить? Пригласите. Я позвала. Над, я вкачиваюсь. Над. Чё? Это самое... читала новости? Новые данные про коронавирус. Ну-ка. Да не интересовалась. Она не интересуется, потому что она и есть.
убивает больше черных и азиатов. А, да, а круто. Вирус. Круто. Российские шутки. Вирус, который пошел от азиатов, убивает больше азиатов. Вот это новость. От где будет больше смертей? Они в начале же вместе эпидемии. О, мне прицел дали на автомат. Ра-та-та. Это АК, сука, валим на битах. Ра-та-та-та-та. От Моргенштерна должно не только зеркало падать, там и... Я его раньше уважал, но что-то сейчас... Кого? Моргенштерн? Моргера, да. Бля. И мне кто-то за Милохина тут впарил. На самом деле, он был нормальным. Он идиотом был. Че? Потому что он хуёвый. Он, блядь, все его вот это пять... Блядь, я учился на звукорежиссёра. То, что он делал, это хуйня. То есть он вот это, рэп за 10 минут, блядь. При том, что нихуя рэп не за 10 минут. То, что он туда вставлял, это все хуйня. Если ты повторишь то, что он делает, это будет совершенно другой трек. Ему смастерили этот трек. Все, что ему делали, ему миксовали вокал. Он не записывал вокал. То есть он даже не смог перенять, блядь, то, что сделал Лида. Лида, вот Лида, это топ. Я говорю скорее о том, что он был нормальный как человек. Он что-то пытался, типа, уйти все-таки в рок, который ему было ближе, но у него ничего не получилось. В какой, блядь, рок? Он, блядь, панком был, он, блядь, богатенький сынок. Какой он, блядь, панк сможет написать, если он богатенький хуесос? Он ничего не имеет при себе. Да, виллу в Испании, серьезно? Сейчас, да. Сейчас могёт. А до этого так не было. Да, она же не торговала цветами на госзаказах, не сидела. И, блядь, в Уфе, в центре Уфы за 5000 зданий снимать. Ну да. Ну да. Ты чё вставлю? Я хочу заметить. Покажи мне, Ната, пожалуйста, место в центре Уфы за 5000 снимать, которое будешь. Вспомни, как он пришел к Дудю. Почему ваша мать уехала в Испанию? А, бизнес отжали. А и не отжали, и просто повысили оплату, блядь. Потому что в госзаказ... У нее и так госзаказы, она в госзаказах сидела. Цветы, блядь. Думаешь, на цветах много заработаешь без госзаказов? Чтобы этот хуесос мог все сделать. Чтобы он школьнице предлагал, когда на учителя идет такой, давай потрахаемся в туалете. Серьезно, блядь. Он идиот. Он всегда хотел захайпнуться. Так бы он, блин, не делал клип с кем? С кем там? С этим из универа, господи, как его? Антон, блядь, из универа. Серьезно? Антон? Антон из универа у него в клипе. Где? О чем ты? В одном из клипов старых, где он еще пытается недорог сделать свой говнорок. Сорян, но это чмо богатое. А кем он? Подожди, я не помню Антона. Кто такой Антон? Антон, это который пришел... Это который вот еще в новую общагу перешел, который богатенький. Вот с ним был клип до того, как он там рэп начал даже делать. Весь его поп-панк, это его панк, да, где он умеет как бы играть на гитаре, это такая хуйня. Она никому не заходила. Он такой, окей, сделаю рэп. Спизжу формат с Ютуба. И даже спиздить не смогу, потому что мне придет другой звукорежиссер, сделает бит. Потом я не покажу, что я записываю вокал, пишу текст. То есть весь смысл этого говна за 5 минут, что ты должен все сделать за 5 минут. А ты не делаешь нихуя за 5 минут. Это хуйня. Все его разоблачения блогеров... Хотя сам по себе он кремлевский блогер. Он кремлен. Кремлеёб. Даже его ресторан, как говорится, наполовину, это кремлевская хуйня. Собянинская. Круто. Круто. Оппозиционер, блядь, малолетний. Пока мне удобно, я буду оппозицией. А когда меня уже на каналы, там на MTV, там вся... Ой, кто у нас там? Ю, да, пропускаю. Тут уже лучше не говорить про государство. Тут уже и закроют доступ к славе, так скажем.
Да и при том, если ты посмотришь, просто все его треки — это практически копирка с Лил Пампа. Типа, я вообще не понимаю. Ну, видишь, типа, он же все-таки как-то типа поднялся, все слушают его. Просто слава в том, что его реально типа все слушают. Ну, популярно. Ты не была школьницей, что ли? Все, мы в мое время мы все слушали Сяву. Это Сява ебала. Мы слушали Сяву, мы слышали Гуфа. А Гуф — это просто, ну, седьмой этаж — это как шестой, но только на один повыше. Ну, серьезно, ну это школьное. Это же школьная хуйня, блядь. То есть угоди школьникам. Какие школьники, какое поколение, он чувствует, что нужно. Он делает вот это говно, типа... Давай с Хованским, старики говно, хотя, ну, блядь. Я защищаю какую-то точку. А, мы захватывать должны? Так, а чё? А я ушел случайно, сорян. Извините меня, пожалуйста. Ну, Хованский — это вообще, не знаю, для меня очень неприятный. Очень умный человек. Он очень неприятный. Ну, уж лучше быть неприятным, но и правда умным. И правда уметь делать рэп, чем вот эту хуйню. Посмотрите мой флоу, я могу под 180 BPM зачитать. А то, что панчи у меня говно, ты же не панчами выигрываешь на версусе, да? Да, 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 серьезно? Такая ты пизна, блядь. А потом вообще выясняется, да он не хотел. Это просто похайпить было. Просто хайп. На самом деле, я помню момент, когда у него могло все вот это заглохнуть. Говно. У меня сзади огромный пиздюк-робот! А я уже убил его от дробовичка. Граната. Спасибо. Это было очень нужно. Это вообще все очень плохо к нам. Хорошая граната. Я, конечно, пока задерживаю, но я не уверена, что я задержу. Я помню, когда он табака выпустил с этой командой этого... Как его? Я забыл. Команда, короче, с которыми он рестораны не открыл. Ой, у меня вообще мало жизни. Вот там мог закончиться его жизнь. Они идут сверху. Сверху? Да, на Б. Если ты на Б, то они идут сверху. О. Я зачаровал, они будут воевать за нас. Ты не видел эту. That's right. No need to showboat. Hello, guys. Boom. Hello there. Где? Покажи. Она бы... Внизу прям? А, вижу. Woo, hello. Нет, недопаучок. Кого? Я? Тебя? А зачем? Зачем? Это кто? А, это Нин. Ладно. Так, там где-то сзади обходит и сверху. Чё он такой живучий, так гнида? Оп. No ignorance. Как? Я могу убрать световой меч, смотри. Оп. 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 Круто. Как эмоции показать? А. Hello there. Hello there. Master Windu thought you weren't ready for this. Самое время, чтобы эмоции показывали. Кто там? А, там танк. Где? По прямой. Вообще не вижу ни одного танка. Здорово, это просто... А, шагоход ты имеешь в виду? Окей. Не-не, летающий танк. Мы что, идем на Б теперь? Ну да. О, там Дарт Мол, я пошел. Пацаны. Требуется ваша поддержка. Собака, блять!
в спину, как псину. Ой, ничего себе тут роботов этих. От трех ножек катит. Да, у меня тут проблемы. Здрасте. How do you do? Да, вот. Слышь, что такое? Что за гад? Да я ж тебя подлечила, Лёша, ты опять сдох, а? Чё? Лёша живёт вроде. Да не, он не сдох, просто он, видишь, полуживой. Лёш, чё ты сдох? Ну, он не сдох, но он полуживой. Я понял, если Лёша будет полуживым, на ты его бросит. Скажет, мёртвый. Смотри, какая половина. Ну. Ой-ой-ой, нас отходит, ребятки, аккуратно. Где-где? О. Ща. Показывающий пальцем идёт на нас. Чёрт, где-где-где-где? С левой стороны, прямо с фронта. Здесь везде фронт. Ой, танк! Ну... сказал. Понял. Ух. Ну. Танк меня убил. Там какая-то шишка большая идет. Я вижу. Все, поздно, материалы здесь, пора крах. Там какой-то придурок с мечом. Опа, граф Дуку. А я что, я не знаю, как я... против графдуху. Я могу против графдуху? Граната. А ты кто? Я Йода. Да, ты можешь, конечно. Вдвоем за пизду. Шлюх. Втроем. Четвером. На одного. Так, мне надо отходить. Упс. Правая кнопка спасла меня на время. Их до хренища! Да, в этом и прелесть. Обхожу сзади. Там... там танки. Как мне повезло. Взрываем эту хуйню. Эх, ты дурацкий танк меня ушатал. Эх. Ну. Он мне стреляет. О! Живи. Пожалуй, нет. Блин, танк меня. Ну, управляешь, взрываешь. Если Макс играет, кто за танк играет? Я. Понятно. Нормально. Я уничтожила танк. Я заметил. Блин, гора помечтала. Да ты что ж? О, Энакин пошел. Энакин сейчас сдохнет нахер! Я заметил. Ой, а! Убывают! Нехорошие люди! Человек с пальцем пришел. Пальчик, пистолетик! А! Убейте там героя, там такой, у него лоу его. Найс. Ууу, все, до свидания, там Гривус. Сбей этого гондона. Стреляй в него, прямо в крытык. Сбей его, просто дави. Паскуд. Шоколад, сы. Сняли Гривуса. Все, идем на Ай, быстро за... Ой, у них опять танк! Танк! Эх, блин, не попало. Меня, блин, это уничтожают, меня прям уничтожают. Мне... Да. Я пытаюсь убить танка, но... Да я тоже уничтожаю за чубаку, у него прям сильный.
Убей меня, пожалуйста. Заходим на точку. Я на них есть. Я вообще не как больно. Ну, больно. Танк! Где? А вон можно увидеть, я думаю. Я не вижу, где он. Вон он на этой крыше наверху! Я вижу его. Я видела. У меня хп мало, ты встал за мной! Сорок девять секунд. И меня убили. Не сбывай меня, паскуда! Никого на точке вообще нет. Жи... Да не оттам туку, ты мол! Тут их два! Как с жизнями? Все плохо. Я взял машину огромную. Да легко сказать, я не могу. Меня убили. Да я тебя... Да я тебя просто... Гондурас, налети. Каждый раз мы не можем захватить дальше. Вот именно в конце. Так это в конце, ну... Я не понимаю, зачем вы танки брали. Потому что танк путевая штука, ездишь. Чубака наносит больше, чем танк. Чубака наносит больше, чем танк тот же. Значит, чубаку берем. Ну, ранг 21. Нахрен мне эти кредиты нужны? Не зачем. Бесполезность. Может, они скоро поменяют, что-то будет? Ничего не будет. Игра скоро прекращает, как бы, поддержку уже. Максимум, что будет, третья часть. Ну, это странно, типа, качество и прочее, и так далее. Все нормально работает. И что? Да как-то ты должен продавать что-то новое, чтобы зарабатывать деньги. Просто какие-то говные игры нормально, типа, распродаются за бешеные деньги. Это тоже продается за бешеные деньги. Звездные войны. Я понимаю, просто... Именно тут качество, тут очень много персонажей, очень много кастомизации и прочее, и в принципе... Кастомизации мало. Мало? Ну, блин, на джедаев что... Максимум по две одежды, одежки. Ну, на героев максимум две одежки. Клоны, ну окей. Чуть красный, чуть синий, чуть желтый. У Лея 4. Чего? У Леи 4. У Леи. Ну, у Леи, потому что она шалава. Вот, а так, ну не то чтобы тут много кастомизации. Ты не можешь создать своего персонажа. Карты... Ну, сорян, они даже минус, я бы сказал. Они убивают равенство в шутере. То есть мы играем в сетевой шутер. Это сейчас мы играем типа с ботами, да, окей. Вы не чувствуете вот этого дисбаланса, да, и так далее. Но представьте, что у человека 4 таких карты, да, которые прокачаны на четверку, да. То есть 3 карты на четверке. То есть у нас сейчас на тройке только прокачаны. Там, у них на четверке. Они тебя будут изничтожать. А стрельба довольно такая скучная для шутера. То есть понятно, что это Звездные войны, и тут никак не сделаешь. Но это же больше просто как удержать, как что-то сделать, да, то есть и так далее. То есть, например, старый Battlefront до сих пор людей почему-то держит. Ну и плюс в новой части можно сделать еще красивее. Красивее. И так далее. Я на пушу. Вам помочь, да, на?
Окей. Я не помню, какая буква была. Ну вон, там захватывают. Просто у нас тут ничего не происходит. Может, действительно помочь? Да, у меня сейчас начало происходить, так что я лучше посижу. Нет, у меня тоже. Да что ж вы такие все опасные-то, ё-моё, я даже на зайти не могу. Они из него даже круг вокруг. Ладно. Ух. Гангад. Нехороший человек. Kingdom Heart! Что-то у вас там до хрена. Там на у них что-то вообще проблема какая-то. О, бля! У них там просто попа! Не успел? Алло, так быстро захватывает, вы что? Ну их реально тут прям много, очень много. Ну вы пропустили, у меня на Б прям так легко было вообще. У меня сзади еще и слева, они везде, как будто вокруг еще входят. Как будто бы, знаете, меня в середину взяли, закинули такие. Вот. И слева направо у меня там... Типа у меня на Б все было отлично. Я сидел и кайфовал. На С вообще ничего не происходило. Не, на Б я постреливал. Вот, а на А какой-то прям жесть. Я иду туда помогать, а там просто... Просто, знаешь, вышел Гачимучи и начал такой... Wrong dungeon, boy. Типа я опять на А? Я на А сижу тоже, что в общем как... Да? И потом угадаем. Почему же нет врагов? Я на А сижу. Ой, господи, это Эндер, что ли? Кто-нибудь на Б. У меня Сидиус! На А Сидиус! На А Сидиус, 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 Сидиус. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. На Б пришли. О, пришел Гандон. В смысле? Матч. Он меня просто ушатал. Да. Ну он герой, на то и герой, что ушатывает довольно сильно. ТК? Ну я его ебу! Я его выебу! Некрофилия, блич! На уже есть, значит, я иду на Б. В смысле? Да, тут на Б как раз... В смысле? Меня ёбнули, ты идешь на Б? Я тогда иду к тебе на С. Я иду на А, брат. Справа зашли. А, не забывайте правильную эту перезарядку делать на оранжево. А почему не на синий? А, синий это обычная, оранжевый это усиливает. Угу. Ну как в Gears of War, тех же старых. Типа, чем сложнее попасть, тем больше дают баф. Это совсем все плохо? Очень плохо, я смотрю. Иду помогать, как могу. Но я долго буду бежать. А, мы на еще в попу стреляют. А. Сколько ты вейли убрал? Мне бы пригодилась помощь всех. Нас... На С. Да, поэтому я говорю помощь всех. Ну на там поменьше, ты сейчас С захватит. Чем дольше мы не даем захватывать какую-то точку, тем больше у нас очков будет на финальную. То есть если мы не тратим. А С чисто, С чисто, если что. С чисто полностью. Ракеты-носитель. Урод. А, ну конечно, у тебя щит, да пошел ты, баба, баба. А, ну конечно, щит опять. Пиздюк. Кто-то идите на Б, иди на Б. Или я тут, или я пойду на Б, ладно. Нам бы еще, конечно, пойти бы на это Б. Бобакек. Защищаю Б. А, иду на... Ладно, или... Сейчас. Иду на... Так на А или на С? А, кто-то иди на С, а я на А пойду, потому что тут захватывают.
Дробовик! Топ. Вещь. Блин. Сидиуса вынес с дробовика. Я вообще найс, бля. О-хо-хо-хо-хо! Why? Why so many? Их так много на... Не очень хорошее слово. Кто ближе к? Ладно. Ну, там с мэр... Не, все уже, кажется, это... Да. Понял. Чё за херня происходит? Какое? Да у меня как куре периодически, я не могу двигаться. Не... Да, да, у меня вчера такое же было. Это когда свернул, я когда свернулся, вот это началось. Ты сворачивался до этого? Да. Во, ясно. Ясно, систематически. Я думал, это мой баг. Я думал, у меня, может, мышка сломалась. Ходоход, ходолёт. Где? По центру. По центру, окей. Идем. На какую точку идет? На центр, на какую? Просто по центру идет. То есть, даха. Закидывайте его гранатами. Тогда. Нормально, у него пол хп уже нет. Нормально. Опа, пришли люди к нам. О, у меня стойкий дарт мол. Мы уничтожили. У тебя на А дарт мол или на Б? На Б. На Б. У меня Б, блин. Весело. Да, как-то захватывают сильно прямо. Надо идти. У-у-у. Да, Дарт Мол на А. Дарт Мол идет на меня. Он меня любит. Дарт Мол! А, никого у меня ебет. В смысле? Я говорю, Дарт Мол. Откинул-то. Да, я увидел эту позорную смерть. Вон. Надо отступать. А, готовьтесь героев брать, чё? Могу сказать. О, Дарт Мол, пиздим эту шлюху. Он не должен... Ах ты шалава! Он убегает, чтобы отхилиться. Последняя точка осталась. Да-да-да, я говорю, готовьтесь героев брать. Убивайте Дарт Мола вместе, чтобы у него... Эти синие, вот это синие, это, короче, сколько он может защищаться. У него под ним есть синяя такая хуйня, и это сколько он может защищаться. О-о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 ! Ничего не понимаю, кто, где... Ой. Короче... Охренеть же, сколько здесь всего. Время Чубаки. Чуи, готовься, Чуи. Мы дома. Жизнь занырзула. Я. Бери. Сейчас удар по площади будет. Кидаем хрену. Ой, я почему сверху? Умры. Меня пиздулили. Ну я 2000 смог заработать, я много убил кого. Встаньте кто-нибудь, да? С тучками. Башьте их. Шотник, да. Как к вам пройти? Возьмите джедая, нам нужен будет урон. Кто-то.
А, Хан Соло. А, не, все нормально, у нас есть Хан Соло. Это дичайший урон. Ууу, хелло, там кто-то... Ну ща мы его вынесем. Так нокни его, нокни, Хан Соло, на F, нокни его. А, ты, блядь, а, ты что-то как-то... Где он? Я умираю! Я убиваю! А, нет, я думаю, мы убили Дарта Вейдера. Да, блин, ой. Что это было за два взрыва? Лия Органа. Я. У меня граната в этот чип и в меня. Да, бывает. Граната, в общем, помогла. Ну, в смысле, если я упала, и тогда я думаю, блин, меня так надо спасаться. Hello, bitch! Don't kill me! Дарт Вейдер. Я сказал, нам нужен... джедай. Нам был необходим джедай. Джедай. Ну, как бы да. Чуи. Чуи должен. Чуи всегда. До скольки примерно вы будете сидеть? У вас же все-таки экзамен, там работа и так далее, хуйня. А, вот. Сейчас. А. Прикину. Ну как тебе еще? Окей. Тут скорее не меня спрашивать, а Лёша. Потому что... Он... Ну, тебя тоже, знаешь ли. Я выпью с экзаменом. Ну, блядь, знаешь, так можешь досидеть до жопы. Вставать. Поэтому и нужно тебя спрашивать. А, я тебе говорю. Эх, кресло мое не выжило. Ну, в смысле, я, короче, недели две назад просто, ну, решаю, типа, подтянуть свою жопу, да? Ну, типа, облокачиваюсь на подлокотник один. И он бабах, блядь, вниз просто. И мне по руке хуярит. Не выжил. Бедный человек. Улучшить карточку, давай. Найс! Максимум. Найс, я буду силен. Лучше всех. Сильнее всех. Лучше. Я успел улучшить, а да? The Death Star shields are down, and this is our one chance to strike at the very heart of Imperial tyranny. А, да. Мы типа в звезде или где? В звезде смерти. Там же сказали. Ну, ты вроде как переводишь что-то. Переводишь на лапу русский язык. Которую поставлю, чтобы она атаковала. Я скучаю по диджеевской гранате. А! Контакт граната неплохой-то.
Да, да, да. Агент Литон сдох. Вернись к мне. Притаился. Our attack plan has been altered, and we have new objectives. Attack these command posts. Ой, меня прыгнул злой. Пять тысяч за одну жизнь, ничего себе. Ща, на-то живи, пожалуйста, я просто натереснусь. Вот и все. Дроба... Ну, ты можешь выбирать, как бы, с кем резнуться. Ай. Я убегаю. Я не успел. Живи, живи, НАТО, живи. Я пытаюсь. Тяжело. Убивают, убивают. Меня убивают, меня убивают. Отойди и полечись. Я пытаюсь, но я же вижу, меня слышали гораздо. Блин, как круто, когда по оранжевой попадаешь, можешь бесконечно стрелять практически все время. Mm-hmm. Да, найс. Так, на точке надо сидеть. А. Нормально. Они не понимают, куда идти. Там турель стоит. Ебать вообще. А! Пистолетик. Спавнись рядом. На точку зайти, на Б, на, стой на Б, немножко тут секунда до захвата осталось. Агент Смит. Лёх, зайди в круг. Все, я кончился. Не зашел. Ты бы мог хоть выжить. Да ладно. Что, на А бежим или на Б? Б? Очень не упал. Тум-тум-тум-тум-тум. Там кто-то шипит. Нормально. Там злодей. Ситх. Убил. Какой-то агент. А. Адвен. Адвен. КД еще. Лечил. Ни хрена не видно. Ты есть, когда понял. Половина. Трейлинг вылазь.
кого похилить? Все, упал. Сверху, сверху пришли, без хода. И сзади. Да ё-моё, я в стенку прыгала. У меня Лэнда завис. Лёгкий рядом с тобой. Ох! Это было очень плохо. Я прям охерел. Это было жесть какая-то. Гранату. Дверь закрылась. Да, да, ты понимаешь, что мы бурим. Когда, так скажем, вход закрывается до того, как войдешь. Приятно. Но факт. Короче, я пошел. А! Не успел. Что это, блядь? Чубаку не любят! Да, хватит, хватит! Да. Где? В центре прямо. А, вижу. Он отбил у меня все патроны. А чё ко мне-то? Не... Лук. Давайте последняя точка, чё, героев. Берите DC, поехали. Бежит, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ладно, я беру этого. О, я Дарта Вейдера вижу. Спасибо. Беру тогда маленького инвалида. Дарт Вейдер слева. Идет. Лэнда у тебя. Есть что? Лэнда сзади, сзади, сзади. Спина. Левая, левая. Вот. Замедлил его. Убил. Сидишь, то есть у тебя сидишь? Да, вижу. А, я сбросил его. Старика, блядь, с ног. А, нет, что это умер ты? Убил его. Плох просто. Опять зеленого молока перепил. Старик. Время принять. Серьезно. Сан, сай, сай. Зиги, зиги. Айн, свайн, драйн. Ой-ой-ой, у меня злодей. Справа, злодей от точки. На лестнице стоит очень гандон. Ой, я умру сейчас. Или нет? Восьмой уровень на йоде. Нормально. А, меня бы. Да, спасибо. Чё? Нормально. Они идут опять. Слева идут тоже. И справа идут. И слева, и справа, я так вижу. Ну, мы с Ханом Соло тут. И Лэнда. Нормально, джедаи впереди воюют, а мы тут нормально на точке хорошо сидим. Нам приятно. Джедай жопу рвет, а мы сидим. Ой, мне просвалюсь. Ну потому что они ее спаривают, они внизу стоят. И да, вон они внизу стоят, и все, и еду убей и там внизу. Это герой. И он меня убил. Да и меня тоже. Да мы забирали уже.
Ой, и меня убило это пи... Петви. Хан. Время Хана. Меня убили. Нам надо. Хан Соло, I'm Captain Lalalala. I'm Han Solo. I'm Chewie. Как добежать до этой батвы побыстрее? Почему этого Йоду? Он уже я есть. За Йоду опоздала. Окей, хорошо, опять возьму своего прекрасного негритенка. Вейдер! Отходи! Да, блядь! Просто обстрелил в спину его! А! Нет, все, у меня пизда. Я вонючку кинул, он не должен был видеть. Убил Дарта. I can fly. Говорите, кого похилить. Меня. До всех нас вот надо вдвоих будет. Я чую. А ты чуи? Я чую. Да. Чубака это раса. А я чуи. Ох, их мало. Отходи. Мы защищаем. Гандоны просто снизу сидят и типа тем за не мешают. Ну просто их еды. Да, все, вот если внизу, как бы иди. Я держу низ, если что. Я тогда наверх пойду. Если что, зови. А откуда они идут вообще? С центра. Сбоку, с центра. У них-то, ну, типа, слева у меня идут, да, вон. Просто. Снизу спускаются, да, тоже несколько. Внизу? Я сваливаю. Нормально. ХП мало. Отходи за эти штуки. Просто стой и отхиливайся. Будет нормально. Так, у меня здесь какой-то герой, агент Милс. Это не, не герой, это... это... О, тут Дарт Мол! Где? Отходи. Он спускается вниз! О, ты чё, ты хрена! Да у меня тут тоже проблема. Пенсионер! Кинул пенсионера. Да, у него чуть-чуть осталось. А, вы там с Дарт Молом. У меня тут как бы точечка. Держи. Очень тяжело было. Пожалуйста, полчаса, я иду. Очень сложно. Я умер. Зайдите на точку, кто умер жив. На точку. Найс! Все будет плохо! Я так долго не проживу! Живи. Я иду. Господи, я запутался в дверях! В дверях где, блин? Я хрена не вижу. Чуть-чуть осталось, как так-то? Я хрена не вижу. Внизу, что ли? Да, внизу. Да. Люди с крабами на башке. И краб объясняет крабам. Мне просто очень интересно, мы пробили как бы эту хуйню, да, вот этот шар, да, то есть видно, что все поломано. Зачем мы это говно вообще захватывали, если оно как бы сломается? Боже, блин. Стоишь в позиции, Лёша. Я? Да. Да ладно. Он уже привык с кнутом в жопе. Да, я не знала. Это правда, Лёша? Чё? На ты разве не его госпожа? Ну. Я женщин очень убрал. Что?
Не-не, ничего, все хорошо. Да, конечно, конечно. Замечательно, все-таки должно быть. Все отлично. Что же отлично? Все. А точнее? Жизнь моя хороша. Угнетает мужчин. Я бью женщин и детей, только в обратную сторону. Тебе еще со мной спать, Лёш. Вот именно. Проснуться бы еще. Думаешь, не проснешься? Это как угроза, тебе еще спать. Кто кого еще захочет? Как... Кому еще с кем спать? Ну вот пока Лёша со мной спать. А вдруг он на диван уйдет, да и все, или на кресле сядет и будет спать? Не, а? Не выживет, он там не выспится. Лучше, ну, тогда лучше. Тебя скинем с кровати, да и все. Будет спать мужчина. Работающий человек. Мужчина. Как бы кого казна, того и тапки. Мужчина красивый, в отличных часах. Звучит прекрасно, но по факту не выйдет. Хорошо, тяжелый боец. Так. Нет. Захват защита. Пафу. Я голосую за букву Б. Далеко. Чё это далеко? Ну очень далеко. Типа вон С, смотри, хотя. Но Б со всех сторон обстреливается, как бы у нас все фланги будут открыты. Ну вот и все, С довольно легко. Ну я тебе скажу, что Б мы тоже захватываем неплохо. Ну, мы быстрее. Захват быстрее происходит. Посмотри, они там воюют. А у нас тоже справа. В дверях кто-то выходит. Они боятся. Ой! А может и не бояться. Ой! Вот это было больно. Мы упустили, когда они подготавливались. Надо было давить. А, ну конечно, только-только наши подошли там, вот, к той точке. Мы там вдвоем стояли. Просто... Понятно. Чего, мы на вас резнулись. В смысле, что мы тобой захватим такой цет. Вообще-то у нас... Да, только из-за того, что мы в один фланг крыли, блядь. Мы как 300 панфиловцев. Мы 13 панфиловцев. Ладно, ладно, я пошел назад. Все, все, окей, я понял. Я понял. Все, я буду стоять. Понимаешь, меня ты не можешь ни деньгами, ни едой, ни кроватью шантажировать. Что ты можешь С захватить, а? Блять, ну ты не доказала, что ты можешь шахматы решить, как бы что тут. Не было уважительной причины. Не было. У тебя было... Эту штуку надо было решать вообще без какой-либо помощи, а ты ищи себе картинку того, как это поле выглядит. Кто это такой вообще? Вот этот человек. Ой. Кто? Я не ту кнопку нажала, ты? Я сама себя подстрелила. Нормально. Кто такой ты? Нормально. Кто ты? Кто я? Фая. Ты Путин. А типа, если я возрождаюсь с героями, не могу рядом, да, с кем-то? Нет, нет. Но это было бы читерно. У кого именно Финн? А, вижу, да. Он легкий. Финн закончился. Ну ладно, пойду помогу вам. Да граната, ты можешь взорваться уже, пожалуйста. Я боюсь, что нам, блядь, ну конечно. Ой, тут турель. Мне больно.
Ой, блин, Ну, короче. Я беру сильную сторону. Only I can save you. Only I can save you. And only when you was there. Подойдите сюда, девочки! Анапа уничтожает браки! Это? Застанил, зарезал. А, там есть люди. Плюс, где? Девятый уровень за Кайла. Найс. Это я понимаю. Темная сторона силы. И тут шарик катается. Ну, тоже темный. Сзади обходят, сзади обходят. О, у них тоже роботик приехал. Ну-ка, давай сразимся. Раз на два. У меня проблема, проблема. Все, у меня нет, нет проблем. Шарик сломали. Нет, нет, нет. Где? Где? Ларезы Сьюзан. Старый педофил. Это все? Там турель стоит. Сзади подходят. Меня шарик бьет. Он закрыл. Точно не так. Почему так не бьет? Ну это же шарик. Он мне должен Кто такой? Кто подальше? Пойти не могу. Тут шарик где-то катается. Ты меня так не понимаешь. Это что такое? Нам сзади идут. Отсюда? Отсюда? А, умираешь. Да. Я просто не смог к себе подцепить. Они не считают. Интересно, спаривают. А мы точку Б вообще? Да. Ну, мы захватили. Да, я поэтому и попёр вперед. Ой, вот это арт-удар по мне сейчас. На Б, что ли? Да. Да. Я пытаюсь, но я не понимаю, как пройти туда. Понимаешь, что? На повестку, да. Ну, я иду. А, дверь закрыта. Я на Б. О, а пенсионер свободен. Ну, конечно. Я изберу его. Никто не хочет жить до пенсии.
55 лет. Чё-то вообще на Б никого нет, все на А. Да, мы так же думали, когда точку С захватывали. Я приду, вот они сориентируются. Они догадаются. Что-то скучно как-то. Так, там иду со стороны нашего входа. Серьезно? Где? Да ладно, мы уже почти захватили. Ой. Ох, пожили. Алло. Блин. Я свалю. А чё такого? Ничего же. Бил. Да, балда. Кубалда убит. Захватили, побежали, побежали. Блин, он страшно бегает, этот пенсионер. Ты как бы уже бегать после 40. А мы не туда, а мы. Не, пока просто сейчас 2 секунды и не туда. Стоп. Ты что, блядь? А, тут дверь, оказывается, не открывается. Ой, там Чебака я слышал. Ой, я Чебака. Электрический. Даст вам всем в задолг. Дедок помер. Как? Я защищал тебя как мог. Пенсионеры не живущие. При империи. Темная сторона у тебя в крови, мне сказали. Спасибо. Какой негр, моя мама. Вообще плевать. Ой, сколько их. Ух. Найс. Да и все. Электричество закон, я забыл заплатить, не хватило пенсы. Ой, два одинаковых офицера сидят рядом. Рыжие! Это просто это Ксюша и Настя. Who the bitch now? Вот давай, Ната, будешь первый, тогда сможешь на меня гнать. Не, ну ты же начал сразу такой, вот, давайте на АЦ, бы далеко, там очень плохо. Мы с Лёшкой затащили вообще-то. Где вы затащили? Мы там С держали, как просто панфиловцы. Где стояли, помирали. Ага. Где стояли, помирали? Мы больше вас захватили, и потом нас убили. Да, нам турели поставили, просто зашибись. Убийца тяжелого бойца. Ну что, две катки-то все, может, все или еще пойдете? Последний, наверное. Окей. А Алексей отменил подбор игроков. Да? Да. Ты все испортил. Да ладно, типа начинается. Че, начинаем? Или а все? Я пока ящики пооткрываю. It's my collection for your attention. Неплохо. О, один ящик. Открыть. Одна карточка. И что же в ней? У меня два ящика, блин. Новые Т-27. Ничего.
Хрена себе, ну-ка, Алексей. Тяжелый боец. Так, у меня офицер ДЛ-18. Который, наверное, ничего, открыт. Yes. Да, который hey. Уже открыт. Оружие R2. Блин, не успел посмотреть. А сейчас оно у тебя появится, ты сможешь его взять. На кого оно у тебя было? Я не успел посмотреть. Это у меня есть проблема, я не успел посмотреть. На одном из классов оно у тебя должно появиться. Погодите, снова это тулей? Мы же не сможем там точки взять. Возможно, возможно, да. А возможно, пошел. Может, пошел ты, а может я, а может ты, а может я. Это что еще такое? Мы точки должны захватывать теперь. Наверное, я не вижу. Но мне нравится, что мы за дроидиков этих прикольных играем. Обожаю. R2 это у меня на... точнее, CR2 у меня на стрелка идет. Ну и нормально. Ну, кого прокачиваешь, тому и дают. Отлично. О, я могу за Дарта Мола наконец поиграть. Или Дуку. Или Гривуса. Найс. I add it to my collection. This planet must be protected. А, и мы точки должны защищать. Ну, я на А сижу. Я на Б. Я на Бшечку иду. Ну да, в принципе, Б, А. In the sector. Здравствуй, мой друг. Что ли, воюет? Ну да. За сепаратистов, да. Так, у меня проблем. А против нас клоны. Мне нравится, как они общаются между собой. Да-да-да. В русском они еще смешнее озвучены были в фильмах. Бляха, меня убили. Меня взорвали. Чего вас там бета так сосет? А? 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 Чего сосет-то Б? А? Может, пойдем на Б? Нет, к нам сейчас придут же потом. Может. Ну иди, короче, на Б, а я здесь сижу. Иди, иди, иди. О, пришли. Ну это с их стороны идет. Просто. Иди на. Короче, ладно, я подержу эту. Мы дроиды! Бесполезны. Можно заменить. Мы должны уничтожить вражину. Это уже немец какой-то. Что, там все очень плохо на Б? Охренеть как. Ой. Ну, надежда. Короче, я пошел помочь. А никого вообще нет. Я пошел помочь. Я не успею, наверное. Не успели. Чё-то вы как-то не сдержались. Тяжело. Что ты там на это говорила? Тяжело, говорю. Нет, когда на нас вышли... вы лохи, вы все, тут тяжело. Там был изначально спор о чем? О том, что Б далеко и Б тяжело отстоять. Конечно, когда вас защищают с одного из фронта, да, это легко, конечно. Конечно, когда вас справа защищают и нас ебут вместо вас. Вы мне напоминаете генерала Жукова. Кто? Мясника русского, СССРовского генерала. Я такой хороший, я такой молодец. А там гибнут люди за вас. Так, йода. На А? На Б? На Б. Он меня порезал. Понял. Ё-моё! Мама звонит. Ой. Йода, пожалуйста, не... Бэй! Но у него там просто милиписи хп. Блин, я не смог его уничтожить. Вон он. Ты видишь его, Алёша? Он идет на... А.
Уничтожаем эту падаль. А, меня выкинул. Я подожди. Как только я дробовик включил, да? 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 Свобода какой-то. Какой-то свобода. Нехорошо. Блин, проблема. Б очень сильно заходит. Ох, йода, господи, йода, господи, что? Он же у вас, господи. Он на Б был, а потом как бы на А пришел. А, я, ну я как мог защищил. Зайдите на точку, пожалуйста. Это что за огромный хрен пришел сюда? Это наш. Мы роботы. А свобода задрала, у меня уже там все лечится и лечится, лечится и лечится, господи. Кто? Да свобода все время лечится. Это свобода. Я его там бил, он все время вылезал. Я иду на А. Мне нравится эта треножка. Ну, она из щита хорошая. У меня йода! Хочешь? Где? Вот, у меня прям на мне. Он меня режет. За тебя был вроде. Если это ты проехал. Блин, он меня порезал. Да. Ну, чуть-чуть совсем. По йоде сложно попасть, он маленький очень. Он очень маленький. Он упал. Он упал вниз. Я пойду отбивать, короче. Я к ночи стал. Ой, тут очень много, я не смогу один. Попасть. Я на придобил йода. Ни хрена не вижу. Ната, ты какой-то странный робот. Почему? На себя посмотри. Да меня вообще, в принципе, всегда раздражал этот долбанный робот. Я все время, блин, психую из-за него. Он все время меня убивает. Там у них танк. Танк пошел. Подходим. Ой, надо возвращаться. А я не могу бегать, Почему? Ну да, потому что ты медленный. Скоро будет доступен танк. Там Энакин идет, и Оби-Ван идет. С какой стороны? С центра! Он идет на меня! Да, они оба идут на нас. Давайте хотя бы Энакина вынесем. Да я бью как могу, А, справа, справа, Оби! Как смогла, ну давайте, мальчик. Уничтожил. Иду на. Кидаю гранату на. Не на, проблема, на, проблема. Идем. У них там Рекс, у них сильный чел. А. Его уничтожил. Ой, господи, я танк не заметил. Он просто всех уничтожил. Кто готов взять танк? Я хочу попробовать. Возьмите, кто хотите. Я, конечно, не мастер танка на нем, но ладно. Ну, просто нам нужно... И точка А очень быстро захватывается. Ну как бы, Рывус, давай. 4 меча, 4 топора. Рывус. А, не, нахер тратить очки-то до последней точки. Там танк на Б. Я заметил, да. У нас и на ад, как бы. Так, вот.
очень Чубакка. Ух. Еще один. Господи, сколько вас? Почему я какой-то режим? Ну ты можешь либо перекатываться, либо как бы стрелять, либо щит. Ты же можешь быстро перекатываться в клубочек. Да, я понял. А, ну вот и все, да. Нету больше этих танков, пока не видно? Пока нет. Пока есть джедай появился, либо Энакин, я не вижу кто. Ну а танк появился, вот он. По центру идет, вместе с джедаем. Танк уничтожен. А, Энакин пиздит. Энакин на А. Или на Б, я не помню, запутался уже сам. На Б, знать. На Энакин, помогите, у меня... Он меня гнобит. О, спасибо. На точку. А. Чубака где-то. Алло. Алло. А в говне я вижу. Все. Меня выбросил. А это наш танк. А перезайди, если тебя выбросил. Там можно присоединиться. Зайти к вам? Да, да, я же говорю, меня на этой катке выкинуло. В смысле, мы всрали, ёбушки-воробушки? Ну, конечно. Как тяжело им разворачивать. Танк. Стреливай. Сервер заполнен. Где? Вон, впереди. Ага. Меня пытается ёбнуть. Бывает, да. Какое-то говно. Так, последняя точка. Генерал Гривус. Я убью Кеноби. А вот действительно кто-то вместо меня есть? Нет, ты... А, да, у нас кто-то вместо тебя. Пеппи Литл Бойпич. Ну, вышкрините его. Не можем, мы файтуем. Танк идет, а. Где? Прямо. Ага, вижу. Да я с тебя велика стреляла, что ж ты здесь не раненый-то, а? Ох, блядь. Ой! И все, и Энакин! Всех бьют! Так, кого бы мне взять? Возьму. Я хоть сколько вас тут? Да их много. Видимо, боевые. Господи!
смысле? Да господи, в смысле? Ой, еще танк идет. Ну, конечно. Я тоже. 29 секунд, всего 29 секунд. Господи, танк! Убейте, добейте, у него там хп. Бляха, я взорвался. Я вообще не понимаю, что за херня какая-то, а. Поражалась же. На точку, зайдите! Нет. Я только возродилась, а. Так, ладно, окей. Музыка, все. Хра. О, ладно, все тогда. Давайте.